Окей, следующий. Серед суперників у бурхливому океані X-Factor'а акула ювелірного бізнесу Денис неочікувано для себе виявився абсолютно безпорадним. На первом кастинге мне было просто, потому что там рядом с Олегом сидела замечательная Анастасия. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж 100. Настя. Так. Дякую, дякую. Я люблю так, чтобы все было комфортненько, сытненько, тепло, а тут все будет. Разрыв мозга, все по-другому. Денис? Да? Денька. Денечка, ну все, давай, давай. Порви Дэн. Просто вот. Мы за тебя переживаем. Дэн. Уже. Давай. Ребята, которые остались, они убийственные по пению, поэтому в данном случае стараюсь чем-то взять другим. В лобовую в пении с ними соревноваться нереально. Доброго вечера. Привет, Денис. Як воно нічого? Помаленько. Давай. Дякую. Варто чи ні жити без тебе? Я драматично так вообще. Денечка, да. Я поверну бы час назад. Варто чи ні жити лишь за нами. Волнуется или что? Да. Вспомни сны. Голос дрожит. С холоду в шаг, с подыха в пыль. Я поверну бы час. Багато страху. Наверное. Не можна так. Я понимаю, что это все чувства, это все страх, но с этим нужно бороться. Поэтому берите себя в руки и вперед к успеху. Спасибо. Спасибо, друзья. Хорошего вечера. Спасибо. Счастливо. Спасибо.